Ну вот теперь точно, друзья. Добрый вечер, большая страна. Здравствуйте, дамы и господа. Это Москва, Черкизово, Сапсан-Арена. Мелбет, первая лига, тур номер 14. Родина Акрон. Такого, мне кажется, еще никогда не было в истории первой лиги, чтобы матч задерживали на 41 минуту. Ну, наконец-то, в самом деле, Шамиль, мы дождались начала этой встречи. Тут, по крайней мере, уже первый удар по воротам состоялся. Единственное, что, выходя тренерский штаб Акрона, Евгений Корешин сказал, что ж так, задержка такая была, и не дали размяться. И вот Гордишенко. Ждали мы, когда мяч ему дадут. Вот, пожалуйста, Стимир с мячом. Спокойно на Олега Дмитриева дальше. Оставляет классно Тимошенко. Гордишенко, перекладина. Первый стопроцентный момент в этом матче. И как мы предсказывали, что 15 минут сыграют, а дальше понесется. И вот, пожалуйста. А, понятно. Бакаев. Перед штрафной Салтмурат. Готовит удар. Это опасно. Мяч рядышком со штанга прилетает. Выдыхает стадион. И угловой здесь будут подавать футболисты Родины. Вот, пожалуйста, вот вам и Салтмурат Бакаев. А никто из игроков Акрона не поддерживал, еще не догнал его выход. Поэтому ему и не оставалось. Ой, ой, хороший перевод. Понце, удар! Ох, опасно, ответили сейчас футболисты Акрона. Ну, смотри. Бакаев. Бакаев подачу делает. Она хорошая, кстати, здесь. Замкнуть бы только ее. По-моему, Артем Сокол. Ничего себе. Живо и здорово. И смотрится игра, и смотрится очень даже хорошо здесь. Заброс сильный в сторону Юдинцева. А мяч тут как скачет. Юдинцев на Тимошенко. Можно было, что называется, в раздевалочку сейчас забить Ивану Тимошенко. А мы наблюдаем. Песегов разбегается. И низом, ведь не зря Юдинцев, получается, ложился. Хороший удар, но Ренат Шакеров здесь на месте. Но это опасный момент. Сейчас можно пробить поворотом и... Рядом. Рядом пролетел мяч. Фищенко, что ли, опять бил? Нет, Салтмурат Бакаев. Бакаев? Атака еще одна затевается у Акрона. Хорошо, может быть, сейчас Савичев стрелять в центр. Нужна передача, пошла! Ух, вот это здорово! Это было хорошо. Ты знаешь, я видел, как мяч вокруг крестовины облетал. Красиво это было. Юдинцев, темпа нет здесь абсолютно. Да. Калмыков, Турищев. Передача какая, Максим Турищев? Волковище! Сумасшедший абсолютно Сергей Волков. Как вышел, как сыграл, как надежен. Как своевременно. Карьера богатая, насыщенная у него была. Пас сейчас не проходит. А вот это что такое? Эльдарушев! Ренат Шакеров здесь успевает, конечно, к этому мячу. Ну как-то так Родина сейчас возмущается. Скамейка Акрона. Абусаид Эльдарушев. Но нет, Шакеров здесь по мячу попадает. Самко классно развернулся. Гордишенко. Это не Юдинцев. Гордишенко удар. Это Волков. Это Сергей Волков. Великий и великолепный. Это будет подача, потому что никакого розыгрыша не планируется. Пошла подача в штрафную площадь. Опасно, удар! Шакеров! Перекладина. Добивание. Вторая, третья. Гол! Нет! Зашел! Это какая-то сумасшедшая развязка. Мама мия, снимите концовку. Снимите концовку этого матча отдельно. Снимите сериал про него. Они ликуют, как будто бы чемпионат мира только что выиграли. 1-0 Акрон. 1-0. Гуляй, Тольятти. Гуляй, Самара. Гуляй, Жигулевск. Калешин и его Акрон. Абсолютно железная команда. Их не зря сталеварами называют. Вот эту сталь они сегодня сварили. Этот Акрон. Этот Акрон на зубах просто вытаскивает матч. 1-0. И спросите вы, а кто забил? А мы не знаем, друзья. А мы не знаем. А ты повтор смотрим. Вообще смотришь? Вот пошел повтор. Шакеров, перекладина. Мяч не выходит здесь. Погосов добивает. Еще перекладина. Иван Чудин. Иван Супермен. Иван Чудо-Чудин. Можно так про него сегодня говорить. 1-0. Это ода футболу. А знаешь все почему? Я скажу, что это справедливо, потому что такой второй тайм от Акрона. Да, Акрон все-таки после того, как Евгений Калешин произвел тройную замену, все-таки преобразился и смотрелся поинтереснее. Я с тобой здесь соглашусь. Он выиграл этот матч.